Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Людвига II, короля Баварии, короля Лебедя, сказочного короля в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Но подробности этой партии в первой серии. Перейдите к ней, посмотрите, узнайте, что мы тут делаем. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там есть и первая серия. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. И давайте продолжать. Взяли покровку на прошлый ход. Самое главное выполнено. Собственно, осталось уничтожить уже просто скифов. Да, конечно, тут, наверное, отойдем, чтобы нас трибушет не убил. Все-таки самое главное у нас это копье выполнило, ускорило технологию. Вы, конечно, этого рабочего как-то обратно отбить, но пока не знаю чем. Есть денежка, в принципе. Хотел копейщика, правда, апать. Ладно, не будем уже на ап. Давайте, наверное, выкуплю эту клетку и обработаем ее, чтобы город рос. Так, тут нет жилья. Тут нет счастья в личной жизни. Тут фермы нету смысла убирать, потому что мы их просто поставим. Так, что мы будем дальше вырубать? Наверное, пойдем вот к этому лесу. Или вообще вот тут вот ремонтировать, делать все. Так, тут я фермы хотел сделать. Ну тут я хочу селитру обработать, поэтому у меня этот... Так, он не может захватить. Можем сюда встать спокойно. И даже, наверное, да, выкуплю клетку, обработаю. Потому что у меня единственная селитра вообще на территории. В общем-то. Так что откладывать нету смысла. Порох ускорен ведь за счет того, что мы военный лагерь захватили с оружейной. Ускорили порох. Тут просто сейчас восстанавливаем всю армию. Спокойно, не торопясь. Тут у нас надо лошадей обработать. Не знаю, зачем скиф ферму там поставил, но явно еще до того, как открыл лошадей просто. Так, а усталости от войны, кстати, у нас нету, так что у нас просто недовольство. Нам бы где-нибудь развлекательный комплекс по-хорошему сделать. Тут есть усталость от войны, но это покровка, потому что тут, собственно, битвы проходили. Так, охота, конечно, здесь тоже ферму сделать, но выкупать клетки я уже не хочу. Я там купил... нужные клетки.
А тут уже надо как-то... Так, вот здесь, я думаю, рудник. Так, надо решить в Майнце. Я думаю, что вот здесь надо... Вот... Так, подожди, глянем, где... А, одинаково, 4-4. Ну, тогда здесь Ганзу, здесь центр коммерции. Значит, поставлю центр коммерции, меточку, а Ганзу... Сначала Ганзу построю. В очередь, просто в очередь. Это, ладно, вообще надо метку, чтобы я тут еще не обработал ничего рабочими. Так, а это какая река? Урал. То есть, по идее, мы здесь тоже можем дамбу поставить. С другой стороны, это тут если будет затопление. Ну, вообще, вообще, конечно, надо подумать. С дамбой надо подумать. Надо подумать. Господи, такие песни всплывают вообще. Если кто-то из таких же стариков, как я, смотрит, только помнит. Такой был латышский дуэт, ребята. Песня «Думай, думай, 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 думай». Да. Может мне не вырубать этот? Ну, вообще тут есть производство. С другой стороны. Ты смотри, отшунялся трибушет и начал меня обстреливать. Так, катастрофическое извержение Эйяфьядла-Якудля. Зашибись, тут всего лишь... Все, что я строил, сломалось. А вот еще селитра. Ладно. Не, клетки красивые, но видите, все ломается. Все равно обработаем соль заново. И селитру эту обработаем тоже. Одна ферма. Тут все было обработано. Ферма, она только сломана, все остальное просто исчезло. Okay. Будто и не бывало. Так. Го Ганзу. День промыт, как стекло. Рынок. Там я Ападану достраиваю. Ну, давайте, наверное, тут тогда торгов... А вообще торговца я купить могу. Так, торговца я купить могу, так что лучше мастерскую. А, вообще тут хотел собор Василия Блаженного поставить, но... Так, а почему я тут Темпла Майор могу? Тут же нету ни одного озера вообще. Даже рядом. Собор Василия Блаженного. Но он ни на какой район не может влиять. Только если только тут убрать, и тогда... Ну, не знаю, странно, не хочу. Не хочу тогда собор Василия Блаженного строить.
три населения во Франкфурте погибло. Нет, или там часть в Трире, часть во Франкфурте, наверное, так. Погибают то население, которое на задетых клетках работало, если кто не в курсе. Как это работает? Так, торговый путь откуда мне? Наверное, надо из Покровки отправить. Или из Ахина. Из Ахина, наверное, лучше. Да, блин. You must not lose faith in humanity. Humanity is... Так, наверное, строителей еще стоит покупать. Я ничего не буду менять здесь. Просто рыцаря ненужного сдал. Сдала скиф. Так, ферму, потом эту отремонтируем, и будет у нас тут треугольничек ферм. Слушайте, мне вообще надо, наверное... Реально в эти идти, в дамбы. Две галеры я никак не... Порох давайте откроем. Чтобы латников можно было в мушкетеров апнуть. Так, и тут ускорить мы ничего не можем. Две галеры я хрен создаду в ближайшее время. Вообще мог бы купить. Нету ни одного, да, морского. Тут был морской... варварский клан, но его арма завалила. О, внесем предложение. Это я от извержения вулкана пострадал. Лохинь, я бы лучше амбар купил, а не галеры. Немножко бессмысленно. Тут еще не факт, что мы вообще выплыть можем с этих морей. Вот у меня Ахен единственный морской город, так что не вижу смысла. Так. Тут, в принципе, можно кампус строить. Давайте, может, сначала святилище. Так, а сколько стоит... апостола купить. Может, мне до конца уже укрепить религию и здание? Так, у нас еще торговец есть один. А апостол 240. Ну, давайте, наверное, торговцы из Покровки такие. Думаю, эту клетку. Ну, у всех будет 120 она стоить. Наверное, Триру отдам все-таки. Вообще, может, и не стоило деньги тратить на... Все-таки нам сейчас надо латников будет апгрейдить.
Ганза у нас тут планируется. Ладно, тогда пока мастерскую. А, не Ганза, в смысле, центр коммерции. Меркантилизм. Только с Александром хорошие отношения, только просто потому, что он любит, когда кто-то в войне находится. Блин, все еще, кстати, большая сила у скифов. Вон у него еще имеются рыцари. Блин, может, мне надо было карточку на ап, кстати, юнитов поставить. $110 стоит, ну да. Ну ладно, все равно еще вылечить надо всех этих латников. Так, Магнус приехал. Да, можем. Можем вырубать. Тут ферму строю, потому что Трир слабенько растет. У него мало еды, в принципе. Блин, мне теперь этот... А, или когда рабочий, варварский рабочий стоит, можно строить. Блин, а как мне этого рабочего захватить? Неохота мне армию туда вести. Может, вот этим копьем как раз я его не буду апать. Давайте посмотрим, что здесь просто рабочим. Да, тут промышленная зона и центр коммерции неудачно для меня расположены. Нету бонуса. Да, надо Людвигу помочь. Я такой несчастненький пострадал здесь. Принято, отлично. Сейчас меня завалят золотом. Я надеюсь. Унтерфорс два хода. Ну, в общем, пора правительственную площадь уже делать. Так, пожалуй, в арму до трех доведем, чтобы вера капала. И все. Дальше держим. Так, мы тут ждем открытия меркантилизма, чтоб, ну, хотя можно подводить постепенно, наверное, юниты. Так, а бомбарды у нас? Угу. Ну, контрфорс откроем, потом бомбарды.
Прикол. И население в Деррахии. Слушайте, они что, вообще не собирают племенные поселения? А, блин, нельзя клетку передать, пока город оккупирован. Да. Что-то эту пока не обрабатываем. Ну, не могу вырубить. Я могу, конечно, вырубить лес, но он пойдет по кровке, а зачем мне, когда у меня там Магнус? Опа! А че это мне ацтек войну объявил? Совместная война. Совместная официально. Неужели скифы подговорили их? Ну, я не знаю, как они будут нападать. Конечно, там Спарта вроде недалеко. Ну, удачи, не знаю. Арма вон войну убьет, и то она вряд ли что-то сделать может. Ну, то я даже не буду, наверное, обращать внимания. Ну, вообще прикол. Так, может, мы тогда... Все-таки военный союз? С Александром. Так, и как бы его подговорить объявить войну Горга. Ничего. Если ничего. Ну, он же готов, он. Пойти дипломатический капитал за единицу. Так, стоп, может он за одно золото готов? Готов. Отлично. Он скифом он не может, потому что он их просто не встретил. А вот то, что он там рядом с Горго, вот пускай те развлекаются. Возвращаться, наверное. Так, вот эту, кстати, клетку может Ахену отдать. Не, ладно, пускай Франкфурт. Стены. Ну, обстреляет немножко. Так, ну вот холмы. Холмы, да, тут есть проблемы. То есть мы не можем осадными юнитами только вот с этих клеток можем атаковать. Ну, еще сюда можем высадиться. В общем, да, наверное, нам точно надо будет сюда. Хотя там, не, надо будет с этих. Потому что тут еще, видите, военный лагерь. Тяжеловато будет брать этот город. Фига, со сколькими мы ГГшками воюем. Давайте кампус лучше уже строить. Думал, надо нам храм, не надо. Думаю, все-таки не надо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои
социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Золото торговых путей, логистика, если на своей территории. Начинаю. Ну, селитры нам достаточно, я думаю. Так. Во-первых, скидка на юнитов, так? Во-вторых, я думаю, что логистику надо вместо содержания юнитов поставить. И в-третьих, треугольная торговля вместо крепостного... Так, слушайте, давайте я найму еще одного. Все-таки за веру. И уберу крепостное право. Так. Значит, скидка в стоимости, логистика... И треугольная торговля. Теперь. Ап. А, уже не хватает селитры. Ну, у меня 4 вход, ладно. Мы еще как минимум одного апнем. Это уж точно. Наверное, пока просто стоим. Когда апнем бомбарды, мне надо одну бомбарду вот здесь держать, получается. Так, может, можете подойти тогда? Пускай обстреливает лучников, если хочет. И зал для приемов. Надо уже кого-то принимать в гости. Так, тут... Может, Мокшу в Деррахии, чтобы лучше влияло... Влиял протестантизм? Католицизм 29, протестантизм 21. Там против православия. Давайте Мокшу в Деррахии, реально. Так, производство на соли мы, наверное, в Трире сделаем. Так, ну здесь пора тоже центр коммерции строить. Кстати, священное место вот тут на речке интересно. Вот здесь точнее. Про это и напоминаю, два жилья и два счастья от пантеона. Зачем скифе галеру построил, интересно? Да не, не интересно. Стрелять не можем, просто... Хотя даже можно, наверное, походить, посмотреть, что тут.
просто стоим и ждем апгрейда в бомбарды. А слушайте, для бомбард тоже требуется... Ну, значит, бомбарду надо в первую очередь апать, чтобы заехать сюда обстреливать. Иначе мы не возьмем город просто. Я вообще даже не представляю, как его тут... Ну, тут две бомбарды у нас будет и мушкетер здесь. Так, 134 золота и 2 посла. Я думаю, я пропущу. Бывают и получше торговцы. Мгновенно строят в этом районе банк и рынок. Вот мне кажется, этот даже получше. Мы сейчас как раз в Берлине построим центр коммерции. Так, Ганза плюс 2, ну, соответственно, центр коммерции здесь нам нужен. Несчастный варварский рабочий вольного города. Город перестал быть вольным, присоединился к Византии, а он вольный. А я хочу работать, я вольный. Я вольный. Блин, 4 клетки поломало. Don't judge someone until you... Эх. Надо уже быстрее строить дамбы эти. Так, 13 единиц селитры. Давайте сначала этого апнем. Сунем сюда, а мушкетера туда переведем. Бля, что так больно палатником. Ну, кстати, можно перебросить просто, потому что тут эти юниты даже не влазят. Перебросим, чтобы повоевать. Так, Спарта тут не подводит никакие юниты. А, поселенца подводит, конечно. Говорит, поселенец не нужен. Так, ну великого ученого мы явно не получим. Так, еще можно гавань открыть. Давайте гавань для Ахена откроем. Кстати, вот здесь темпломайор можно нормально поставить. Is a tall... In diplomacy, there are two kinds of problems: small ones and large ones. Так, может на шпионов поставить? Мы уже можем шпионов строить, по-моему, еще нет. А можем. С другой стороны, я их пока и не буду. Мне тут столько всего построить надо вместо шпионов, например, дамбу. Берем и вот сюда. Культурный захват промышленной зоны — фигня. Один раз я, по-моему, за всю жизнь играл, когда он мне реально понадобился.
стану сюда, чтобы рыцарь не мог туда выскочить и проатаковать, и конем еще проатаковать, чтобы только один раз можно было нашу бомбарду атаковать. Что-то, кажется, не берется. Такие, тут только если артой с этими... с шариками, чтобы издалека можно... А куда делся латник? Сюда, что ли? Прикол. Ну и как мне его убивать тут? Ладно, я выдумал, что он вернется. Просто спрятался, ушел в горы. Так, Тадж-Махал тут ни на что не повлияет. Кстати, собор Васи... А, блин, с центром города. Кстати, вот Темпло-Майор вот здесь повлияет. Так, плюс 2 должно дать Килвакисевание. Да, кстати, повлияет. И Терракотовая... А, блин, только... А почему только на рисе? На плоской равнине или лугу, блин. Жалко, в тундре не строится. Вообще странно, почему Терракотовая армия в тундре не строится. Тут надо где-то терракотку либо здесь поставить. Так, ну мы же не будем чудеса эти строить, правильно? Водяную мельницу тоже нету смысла. Давайте шпиона как раз тут. Так, да, и в Берлине... Точнее, во Франкфурте давайте куплю вот эту клетку. И сюда... Нет, собор Святой Софии. Я не буду сюда ставить, потому что нам нужен будет дамбу строить. Блин, тут еще и святилище поломало. А, Терракотовая армия должна к этому городу принадлежать. И казармы или конюшни должны быть. Так, ладно. Пока не можем построить... Давайте образование. Мы его ускорить не можем. У нас ученые еще очень не скоро какие-либо появятся. Блин. Фак. Такого... Не, ну не берется. Ну, смотрите, как это еле... Если бы у него еще армии не было, так у него и стены, и армия. Посмотрим, конечно, как он мне урон сейчас нанесет следующим ходом бомбарде, но мне кажется, нет. Я думаю, мне важнее дамбу построить, чем... Вообще, часовня великого магистра даст возможность юниты покупать, а с другой стороны, нафига они мне, пока корпусов нет. Ну, вообще, я в корпуса пойду. А у нас нет какого-нибудь формального повода, например, для Рима? Нету. Жаль. А все-таки дамбу. Слишком часто тут могут быть наводнения, которые нам все изговняют очень сильно. Можно ценителя прокачать, чтобы быстрее корпуса открыть. А можно просто еще губеров, чтобы в городах стало жить просторней и веселее.
Так, куда нам лучше? Если я Рейну хочу. Наверное, в Майнц, чтобы клетки быстрее присоединялись. Ну, за счет зала для приемов, который дает... сколько там счастья? Два довольства и четыре жилья с губернаторами. И один губернаторский титул. Тут-то мы его прокачали только что, купив Рейну. Не буду пока эти места занимать. Тут выглядит так, что можно районы поставить, либо чудеса какие-нибудь. Так, а это арма нападает. Так, зря рабочего веду тогда пока. Тут у вас район будет, поэтому тут не обрабатываем. Тут ганза будет. Мне вообще, знаете, что карточку поставить бы не на деньги, а еще на... Давайте я вместо логистики поставлю в ресурсах уменьшение стоимости апа. Что мне надо и трибушет сейчас апнуть, и еще вот два этих латника. Побыстрее. Можно вот священное место сюда поставить, на реке будет. И давайте последнего апостола для полного укрепления. Сколько нам еще до конца эпохи? Дофига. Он вот так рыцарями решил действовать. Так, ну это забавно. Если он просто будет рыцарями туда влетать, то вообще не страшно. Так, значит, здесь мы торговца используем. Дальше конюшню, наверное, построим. И покупаем караваны. Из Ахина, из Майнца у нас не бегает. И тут плюс 5, потому что защитник веры. Приятненько. Тут защитник веры. Тем не менее, все равно я бы лучше крестовый поход брал. Так, подождите, а какие у меня тут стены средневековые? А что я не использую? Надо подвести и просто атаковать еще. А средневековые стены тут стоят. Под лугною одинокой пью. Это что, картина? А, это... захватить еще сначала надо. Так вот опять спрятался. Да, блин. Остались пагода, мечеть, синагога и храм огня. Ну, не знаю, мировое влияние вряд ли мне надо. Миссионеры и апостолы плюс один к распространению религии.
Может, реально это взять и попробовать сильнее еще распространить? Больше науки было. Пойти, ну и плюс еще исследовать территорию, например, того же, той же Византии. Наверное, надо через массовое производство в индустриализацию. Пути открою массовое банковское дело. Книгопечатание было бы неплохо, но без ускорения жалко. Ну вот видите, ну как вот с этим бороться? Одним рыцарем всего лишь. Он даже не городом менят, он просто проатаковал одним рыцарем. Так что не, ну нафиг. Ждем арту. И в общем-то... Блин, он же сейчас рыцарь может выскочить, надо вот как-то так встать. Не знаю, может замириться со скифом. Ну тут до арты или самолетов это не берется вот из-за этих гор. Мне покровки достаточно, в принципе. Сидеть дальше, развиваться. Запретный город, Колизей. Да, наверное, давайте мириться. Что она мне тут даст? Она хочет, чтобы я планировал. Тогда мы не будем мириться. Интересно, почему у нас меня дань требует. Мне моя империя уже нравится. Красиво. Тут отжали территорию, жизненное пространство все сделали, здесь просто отвалился по лояльности. Ну а тут пустыня. Пускай Спарта сколько угодно со мной воюет, но пройти ко мне кажется, ей очень сучено, как говорит. Я хорошо вижу, что скрывается за вашими льстивыми речами и подачками. Вы стремитесь к власти над всем миром и хотите, чтобы остальные страны добровольно с этим согласились. Ну да. Почему нет? Нет. Как он меня будет? Центром города просто? Это так больно, когда он на воде. Ну, тут уже только с самолетами. Даже, мне кажется, арта с шариками хреново эти города может забирать. Рационализм ничего не дает. Вот я бы либерализм поставил, но сначала вот этого апнем. Ой, не этого, вот этого. Отойду, чтобы его не обстреливали. Так, так. Просто стоим, лечимся. Так, все, что я хотел, я апнул, убираем. Наверное, содержание юнитов уменьшим, а сюда либерализм поставим. Еще есть, конечно, олигархическое наследие, но мне сейчас уже не надо, раз я не атакую. Может поставить либерализм вместо городских хартий
А сюда поставить, чтобы быстрее шпион. Ну, у меня всего один шпион пока. Ладно, нет, все. Так, оставляю, и на этом серия заканчивается. Продолжение завтра, спонсоры канала уже могут поискать его в вкладке. Не во вкладке, в плейлисте поискать. Все, уже по привычке, что вкладка сообщества. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.